Во Владивостоке состоялся морской парад в честь Дня военно-морского флота России. Смотр кораблей второй год подряд прошел в акватории бухты Золотой Рог. За час до начала праздничных торжеств на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалах, были подняты государственные и военно-морские флаги. По сложившейся традиции, церемония подъема флагов была проведена на мемориально-гвардейской подводной лодке С-56 и на военном корабле-памятнике «Красный вымпел», который находится на вечной стоянке на корабельной набережной Владивостока. На 16 парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста в честь Дня ВМФ были выстроены боевые корабли основных классов. Возглавил парадный строй флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». Жители и гости дальневосточной столицы следили за деталями морского парада в прямом эфире на региональном канале «Приморье». Преданность священному воинскому долгу, военной присяге и легендарному Андреевскому флагу. Морской флот играет исключительно важную роль в обеспечении национальных интересов России. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакианс вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко обошел парадный строй и поздравил экипажи боевых кораблей. Вечером во Владивостоке прозвучал праздничный салют. Екатерина Зверева, Владислав Шлыков. Новости на Восьмом.